исключительный раритет, друзья мои. Новогодний волосок из новогодней бороды нашего друга Мерлина. Передает вам большой привет, борода. Ну и Мерлин, конечно, куда же он без бороды, куда борода без него. Итак, торжественная речь Маргариты Анатольевны по поводу наступающего Нового года. От имени и по поручению творческого коллектива проекта «Маргента» я поздравляю всех, кто был с нами, и тех, кто был против нас, и тех, кто нас любит, и тех, кто нас терпеть не может. Мы же добрые люди. Поздравляю с наступающим Новым годом. И что пожелать такую трудную годину для нашего Отечества? Конечно, здоровья, ребята, не чихайте, не кашляйте, не деритесь, не хамите, не грубите, слушайте музыку, желательно разнообразную, включая Иоганна Себастьяновича нашего Баха или вот Лемечку нашего, это прекрасно. Мы всегда будем с вами, мы будем стоять на страже ваших музыкальных предпочтений, а вы уж, ребятушки, потерпите нас. Сколько получится, сколько протянем, столько и протянем. Но унывать никому не дадим. Итак, что там? Что-то щелкает, я слышу. Что-то щелкает. Это Мерлин зубом щелкает. С Новым годом! Всем мир, жвачка, конфеты, шампанское, пиво. Ну, кто что. И оливье, конечно. По разным рецептам. Goodbye, my love. Goodbye.